Ассаламу алейкум. На меня было подано заявление в управление полиции от гражданки польских Алены Евгеньевны, которая в своем заявлении утверждает, что Асыл Даркембай имеет в соцсетях высказывания на национальной родине языков народов нашего государства, также фото кощунственного извращенного изображения икон православной веры. На что я хотел бы ответить гражданке польских Алене, а также ее подружке, которая проживает тоже также в селе Тургень-Дерипаска, Галине. Сделали это, вот эти публикации. Это из интернета взято, это ваши. Они опубликованы на вашей странице. Да, ну, что, это что, криминал, что ли? Конечно, это криминал. Вы оскверняете нас. Это из общего доступа. Это не это я они опубликованы на вашей странице. Не я автор этих икон, не я автор. Они на вашей странице. Ну и что, мне нравится, что должно может, быть в голове у человека, который такое да, публикует? Послушайте его, пожалуйста. Ко мне были претензии о том, что я выложил у себя на страничке иконы, да, со слов вот гражданки Дерипаска Галины, какие-то кощунственные картинки, да. Вот заходите в интернет-ресурсы и вот увидите, да, есть такая икона «Сталин со святой Матроной». Не я автор этой иконы, она висит в каком-то храме в Грузии. Вот множество икон со Сталином. Подавайте в суд на авторов данных икон. Иконы со Сталином посмотрели, да? Вот Матрона и Сталин, Википедия, почитайте статьи. Вот посмотрите иконы с Путиным есть даже. Вот за 1,5 миллиона продают икону с изображением Путина. Иконы есть с изображением Ельцина. Все это в общем доступе. Подавайте в суд на всех этих авторов данных картин. Гражданка Дерипаска Галина и польских Алена, жители села Тургень.